Даже водила ее к психотерапевту проверить, не больна ли девочка дискалькулией. При этом заболевание человек вообще не воспринимает чисто. Но психотерапевт ее успокоил. Виновата не болезнь, а учитель математики. Наймите ребенку хорошего репетитора. Передача о немецких школьницах Антонии Дипине подготовила и вела Элизабет Либе. Напоминаю, что вы можете заказать и распечатать текст передачи по любому из наших адресов или сами распечатать его из сети интернет. Наш адрес www.dvele.de/russian.